Сегодня я замолосолю огурцы. Рецепт простой, очень понятный и быстрый. Нам понадобится укроп. Беру чесночок, нарезаю такими слайсами, ну, примерно 2-3 зубчика на литровую банку. Огурчик у меня помыт. Я убираю кончики огурчиков и в баночку укладываю. Добавляю опять чесночок, зонтик укропчика. На литр воды я беру столовую ложку крупной соли с горкой, пол столовой ложки сахара. Все это довожу до кипения. Вода закипела, сахар и соль растворилась. Крышкой прикрываю неплотно, не до конца закручиваю. Оставляю на столе до полного остывания. Когда огурчики остынут, помещаю в холодильник, и они готовы через 6 часов уже к употреблению. Эти огурчики я готовила вчера, в ночь. Такой огурчик получился. Посмотрим на разрез, что получилось. Вот такой огурчик. Он просолился, малосольненький, вкусный. Приятного аппетита!